Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Заехал на объект. Правда, единственное, что дождь был с утра, Паша уехал. Опять я его не застал на объекте, но видите, Паша приступил к утеплению отделки фасадов очередного дома. Дом очень непростой, как вы видите, достаточно много здесь было переделок и много неровностей, мягко говоря, на фасаде. Дальше фрагменты фасада будут частично отделываться по технологии НФС. Навесные фасадные системы, вентилируемый фасад. Наша сейчас основная задача, мы делаем мокрый фасад, базовый армирующий слой, а дальше уже будет все остальное. Как видите, приклеивается пенополистирол. Пенополистирол здесь разных толщин для того, чтобы компенсировать всевозможные неровности и архитектурные изыски, которые будут. Поэтому приходится вымерять, подрезать. Как видите, вот приклейка разных толщин. Видите, какие конструкции. Вот пенополистирол. Паша уже готовит фасад к устройству базового армирующего слоя. Ну и часть фасадов будет НФС, вентилируемый фасад. Дом очень и очень непростой. Видите, переходы, ступени. Это вот выведена сетка вместе примыкания. Кстати, обратите внимание, вот наша сетка. Видите, насколько она мягкая, гибкая, удобная в работе. Здесь будет уже вентилируемый фасад. Это вот мокрый фасад. Паша уже приступил к установке уголков сеткой. К устройству базы на оконных откосах. Так что уже идут вовсю подготовительные работы. Мне всегда нравится, когда дома стоят на уклоне. Видите, тут даже речка какая-то протекает. Можно будет прудик себе сделать в будущем. Место прикольное и недалеко от Москвы. Люблю, когда дом на уклоне. Мне это больше нравится. Хотя, да, сложнее строить такие дома. Вернусь. На фасад. Интересно такое архитектурное решение, видите. Thank you.
Внутри мы осмотрели немножко дом, немножко на лесах, обойдем еще вокруг. Видите, пропенены все швы и стыки. Разумеется, капельник, оконные откосы, дюбеля. Осталось установить диагональные косынки и базовый армирующий слой на всех плоскостях фасадов. Вот уже первые дюбеля стоят. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что непростая коробка, достаточно большие отклонения, много разных материалов, и газобетон, и монолитный железобетон, и вот эти все переходные моменты, они требуют очень-очень тщательного отношения. И подрезки утеплителя по толщине. Приходится выравнивать все неровности стен. Здесь будет регулируемый уголок с сеткой стоять, потому что угол развернутый не 90 градусов. Здесь обычные уголки с сеткой. Видите, сколько капельников. Видите, монолитные фрагменты. Так что здесь еще предстоит много решать технических вопросов. Видите, камень, который пойдет на облицовку фрагментов фасадов дома. Здесь еще много-много работы. Подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы, ставьте лайки. Счастливо, до свидания. Мир вашему дому.